один грабится Славтяжмаш. И вывозится оборудование. То есть вывозится оборудование. Вот. Практически весь поселок, который там находится и который обеспечивался как рабочая сила на территории, прилегающему к заводу, сегодня остались люди безработные. То есть завод стоит, значит, сперва работал там Днепропетровск. Сейчас мне информация такая вышла о том, что сегодня этот завод выкупили одесситы и его вывозят. Вот. И естественно, что возмущение у нас всей общественности именно сводится к тому, что мы должны сегодня все-таки поставить вопрос, в конце концов, когда же кончится грабеж нашего города. Наш город скоро превратится в пустыню. Градообразующее предприятие остановлено. Славтяжмаш один из мощнейших поставщиков коксовыталкивателей не только в Украине, но и за рубежом, оказался сегодня никому не нужен. И идет полное, как говорят по-простому люди, сказать, разграбление этого завода. Выводится все оборудование. Никто не переходит на новые виды товаров народного потребления, как обычно Славтяжмаш мог выпускать. Любые, имея такое технологически сложное оборудование, уникальные станки, они могли все, что угодно, выполнять любой заказ. Кроме этого, учитывая то, что Славтяжмаш остановлен, у нас сегодня вот в 9 часов, вернее, в начале 10-го, 3 лицея сегодня у нас остановлены в плане сокращения, то есть уничтожение 2-3 лицеев. Если говорили, что наши лицеи будут переданы городскому, вспомните, исполкому городского совета, то на сегодняшний день их передали в департамент, в Киев. И Киев сегодня принял решение сократить эти лицеи. А нас самые основные поставщики рабочей силы — это 15-й лицей, который рядом находится с Славтяжмашем. Продолжает другой уже собственник, продолжает на сегодняшний день вырезать и вывозить оборудование. В каком она состоянии? На той неделе было задержано там 4 машины. Фуры были задержаны с оборудованием. Они сегодня арестованы. И вот сейчас мы должны сказать свое «нет» уничтожению нашего завода в суде. Поэтому вся общественность возмущена. И вот сегодня представители общественности присутствуют здесь для того, чтобы сказать и суде, и всем тем, кто сегодня эти вопросы сегодня решает, остановить эту вакханалию. В конце концов, город, мы не хотим, чтобы город превратился в пустыню. В дополнение к тому, что сказал Виктор Петрович, хочу добавить, что он правильно отметил, на прошлой неделе органами внутренних дел было задержано несколько автомобилей с металлоломом. Этот металлолом был вырезан с завода «Славтяжмаш», возбуждено уголовное производство. На данный момент на предыдущем судебном заседании возникла такая ситуация, что неизвестные люди, представляясь от имени славянской общественности, требовали отмены этого постановления органов внутренних дел. Поэтому цель нашего визита, представителей общественных организаций, показать, что общественность города Славянска как раз хочет остановить незаконное уничтожение завода «Славтяжмаш», оборудования и, как говорил правильно Виктор Петрович, перспективе и рабочих мест. Поэтому мы пришли на судебное заседание. На сегодняшний день мною, как следственным судьей Славянского районного суда, по материалам, представленных городской прокуратурой, местной прокуратурой города Славянска, наложен арест на имущество ПАО «Славтяжмаш», а также наложен арест на часть незаконно вывозимого имущества с данной территории, которое должностные лица данного предприятия представили как металлолом. Данная санкция суда была выдана на основании того, что на протяжении ряда лет данное предприятие имеет многомиллионную задолженность перед местным бюджетом, пенсионным фондом, отделением пенсионного фонда в городе Славянска и другими бюджетами. Однако данная задолженность предприятиям не погашается, и скорее всего, что должностные лица, пытаясь разрушить предприятие, избежать возможности погасить данную задолженность, тем самым нанести ущерб как и местному бюджету, и приведет к тому, что граждане, которым не выплачена заработная плата и часть
пенсионных отчислений, также не получат своих средств. Поэтому принято данное решение. Следственным отделом городела милиции будет проводиться проверка по данному факту. Более конкретно по данной ситуации будет выпущен пресс-релиз. О дате проведения конференции мы сообщим дополнительно. Самоустранились, и все это было переложено на плечи суда. Поэтому сроки будут, наверное, проведены, данный пресс-релиз будет выпущен в кратчайшие сроки, примерно 2-3 дня. Думаю, понедельник и вторнику полная ситуация по данному вопросу мы можем выступить и довести общественности о состоянии дел по данной животрепещущей проблеме.